Анонс итоговый до выхода 380-й серии турецкого сериала «Клятва». 380-я серия сериала будет в эфир 27 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как в палату к Гюльпери пришел полицейский для того, чтобы взять показания. Тюлай была задержана, и теперь выдвигают обвинение в покушении на жизнь Гюльпери. Только Гюльпери сообщила полицейскому, что это была неожиданность, и Тюлай случайно в нее выстрелила. Но Эмир прекрасно знает, что Тюлай хотела убить Гюльпери, и даже наняла для этого человека. Тюлай оправдывает себя и говорит Эмиру, что она все делает только ради него. Она не хотела убивать Гюльпери. Эмир пришел навестить Гюльпери и принес ей букетик из ромашек, так как она их очень любит. Нарин готовит торжественную речь для предстоящего мероприятия и решила продемонстрировать ее своему мужу. Она хочет рассказать о том, как только отказалась от своей мечты, то ее нашел герой. У Нарин не было семьи, но этот мужчина смог стать для нее семьей. Этот человек стал ее законным супругом. И Нарин очень счастлива рядом с ним. Мельтем продолжает строить коварные планы. И она сделает так, чтобы Нарин не только свою награду не смогла держать, но и руку Кемаля. Когда Мельтем пыталась подсыпать что-то в бокал с напитком, то неожиданно вошла мать Нарин и спросила, что она делает. Эмир заявил Тюлай, что ей нет места в этом доме, и она должна отсюда уйти. Напомним, 380-я серия сериала выйдет в эфир 27 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.